носят бисмилля, что означает «именем Бога», перед тем, как пить воду. И это практикуется мусульманами еще со времен пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Выяснили, что слово «бисмилля» улучшает качество и структуру даже обычной воды. Альхамдулилля. Доктор Эмота завершил свои опыты с водой, которые продолжались 15 лет. Он опубликовал книгу в 5 томах под названием «Послание воды». Он сообщает: «Я доказал, что вода способна мыслить, понимать, чувствовать и выражать себя». Эмота написал следующее: «По качеству и чистоте в воде Замзам не найдется аналогов во всем мире». Он много исследовал воду Замзам и обнаружил, что если перемешать одну каплю воды Замзам с 1000 каплями обычной воды, то качество этой обычной воды возрастает до уровня Замзам. По содержанию микроэлементов, вода Замзам значительно превосходит любую другую воду, которую он тестировал. Он также обнаружил, что качество воды Замзам не меняется со временем. Даже после того, как он переработал ее, изменений не было, она все